Учится ходить, держать спину прямо и правильно дышать. Пятилетний Лев из Аши успешно осваивает курс ипотерапии. Верховая езда второй год помогает ребенку справиться с тяжелым недугом. У мальчика детский церебральный паралич. Медиахолдинг УТВ продолжает традиционную рубрику «Добрые среды». Для нашего сегодняшнего героя Льва Блохина мы собираем средства на курс реабилитации. Подробности у Ирины Гончаренко. Поворачивайся на меня. Тело. Спинка, поворачивайся. Да. Давай, делаем. Потом будем продолжать. Ты Оксана, где? Давай. На меня посмотрели. Лёва, ты не повернул корпус, сына. Пятилетний Лев вновь и вновь повторяет задание инструктора. Нужно так развернуть свой корпус, чтобы увидеть хвост акварельки. Лошадь покорно стоит и ждет, когда маленький наездник выполнит все необходимые упражнения. Мальчику тяжело, но он старается изо всех сил. Мама Ирина Блохина вспоминает, 2 года назад не могли даже просто сидеть на лошади. Ребенок был весь скручен. Сегодня Лев уверенно держится в седле и все 30 минут занятий увлеченно выполняет лечебный комплекс. Лошадь сама по себе очень мощная по энергетике создание, поэтому она с помощью своих биологических импульсов передает ребенку вот эту энергию, тепло, учит ребенка правильно двигаться за счет телесного контакта. Медиахолдинг ОТВ и фонд «Родная» объявляют сбор средств для 5-летнего Льва из Аши. В 3 месяца малыш остался сиротой. Родители погибли. Из дома ребенка мальчика забрала семья Блохиных и усыновила. Их родной дочери на то время было 17 лет. О страшном диагнозе ДЦП узнали только после 6 месяцев. Врачи предупредили, что никогда не будет говорить, сидеть, двигаться. Советовали сдать малыша обратно. Супруги категорически отказались и решили бороться за сына до конца. Он просто ребенок с ограниченными возможностями. Он замечательный ребенок, он веселый мальчик, он очень добрый. Он безумно любит папу. А папа так вообще у нас там души не чает в нем. Безумно любит свою сестру. Да? Как у тебя сестренку зовут? Настя. А племянницу твою как зовут? Лерочка. Лев прошел уже 3 курса реабилитации в Казани. Научился сидеть, говорить, петь, лепить, рисовать. А сегодня делает свои первые долгожданные шаги. Скоро у мальчика очередной курс лечения в Челябинске. Сумма счета составляет 164 тысячи. Сюда входят медикаменты, массаж, адаптивная физкультура, иглоукалывание, мануальная и озонотерапия. Ребенок при получении непрерывного длительного курса улучшает существующие двигательные навыки, чаще появляются новые двигательные навыки, улучшается речь и психоэмоциональное состояние ребенка. Все, кто хочет помочь Льву Блохину, могут отправить смс на короткий номер 7522. В сообщении написать слово «родная», потом поставить пробел и указать сумму. Ее спишут с мобильного счета. Отправлять сообщение можно с номеров операторов Билайн, МТС, Мегафон и Теле2. Ирина Гончаренко, Антон Захаревич, Екатерина Старикова и Яков Гаврилюк. ОТВ.